Привет! В этом видео хочу кратко вам напомнить про классификацию кислот. Вот даже нарисовала такую схемку. Значит, кислоты неорганические – это когда у нас на первом месте водород, на втором – группа атомов, которая называется кислотным остатком. Видите, я в кружочек обвела, везде кислотные остатки. Напомню, что валентность кислотного остатка равна числу атомов водорода, с которыми этот кислотный остаток связан. H-хлор – кислотный остаток. Хлор и его валентность равна единице, потому что он связан с одним водородом. H2SO4 – кислотный остаток SO4, его валентность равна 2, поскольку связан с двумя атомами водорода. H2CO3 – кислотный остаток CO3, и его валентность также равна 2, потому что он связан с двумя атомами водорода. Кислоты у нас бывают бескислородные и кислородосодержащие. H-хлор – бескислородная, поскольку в ее состав кислород не входит. H2SO4 – кислородосодержащая, потому что входит кислород в состав. H2CO3 – кислородосодержащая и так далее. Кислоты у нас бывают одноосновные и многоосновные. Основность кислот зависит от числа атомов водорода, которые входят в ее состав. H-хлор – одноосновная, H2SO4 – двухосновная, H2CO3 – двухосновная кислота. Также кислоты у нас бывают сильные и слабые. Например, к сильным кислотам у нас относится H-хлор, H2SO4, к слабым – H2CO3, H2СиЛиЦОМО3, H2SO3 и так далее. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я сделаю для вас видеоответ. Или можете писать мне в директ, номер WhatsApp есть в описании канала.